The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on August 31st, 2016 in Ukraine. The Chaitanya Leela class was given on day two of the Bhakti Sangam Festival with Russian translation. Not knowing that Lord Chaitanya would come after Lord Krishna. Как мы вчера с вами узнали, Господь Чайтанья пришел после Господа Кришны. Rama, he was feeling embarrassed. Господь Брама был расстроен. After he had stolen the cows and cowherd boys. Потому что очень нехорошая ситуация вышла. Помните историю, когда он украл мальчиков, пастушков и телят? Иллюзия. И он думал, как же теперь быть в этой ситуации? He went to the yoga pit. Отправился в йога-питх. Place and now the down where Lord Chaitanya descends to earth. Это то самое место, где Господь, которое Господь Чайтанья избрал, чтобы появиться в этом мире. There he began to chant. Да, там он начал петь святые имена. Гауранга. Гауранга. Gauranga. Gauranga, 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 Gauranga,
Hara Anga. 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 Так звал Брахма, и Господь Чайтанья пришел на его зов. Yes. Brahma, what are you calling me for? И спросил Брахму, зачем звал меня? Lord Brahma was so ecstatic to see Lord Chaitanya. Господь Брахма был в оцепенении, настолько он был охвачен чувствами, когда увидел Господа Чайтанью перед собой. With his forehead, he bowed down. Склонился перед ним. Все четыре головы преклонил к его стопам в поклоне. Вставал, снова укладывался в поклон. Снова вставал и снова кланялся. Он, когда увидел Господа, он совершенно не мог с собой справиться и даже не знал, что сказать. Настолько была экстатична эта встреча. А Господь спрашивал, ну так скажешь, зачем звал? Кое-как Господь Брахма собрался с мыслями, взял себя в руки. И сказал, мой Бог, half of my life is over. Уже полжизни я отжил. Half of Brahma's life is called a Parada. Жизнь Прарадха, так называется жизнь Господа Брахмы. So he was in the second Parada. И сейчас идет вторая часть его жизни. So he said, now I'm in the second Parada. И так он говорит, я сейчас живу уже вторую часть своей жизни. Of my life. Вторая часть. I'm still making offenses. Пол жизни отжил, а так и не научился не совершать оскорблений. I stole your cats and your card friends. Украл. Как я мог украсть твоих друзей и телят? I want to get forgiven. Как же мне прощения теперь просить? I want the tendency to commit offenses. Как же искупить свой грех, свое оскорбление? They totally eradicate. Я бы очень хотел, сказал Брахма, чтобы не только вымолил прощение у тебя, но чтобы этот грех, то есть эта тенденция совершать апарадхи, также ушла из моего сердца. I want. So awaken my love for you. Хочу, чтобы полюбить тебя смог. I want to be your associate. Потому что хочу быть с тобой. I heard you're coming as Gauranga. Слышал я, что собираешься ты прийти как Господь Чайтанья, Гауранга. To give out love of Krishna freely. И будешь любовь Кришне раздавать просто так. I want to be. Хочу быть с тобой в этот момент. Хочу среди твоих близких быть.
когда ты будешь все это делать? So, Lord Chaitanya said, Tathastha. И тогда Господь Чайтанья сказал Татастху, да будет так. So be it. Пусть будет так. You shall be born. Родишься. Just before me. Передо мной. Yeah. You'll be born in a non-Hindu family. Teach you. Но ты родишься не в семье хинду. Чтоб смиреннее стал. You'll chant 300,000 names a day. Будешь повторять 3 лакха святых имен в день. This will purify you. Тогда очистишься. And awakening love of Krishna. Так надо, если хочешь, чтобы любовь к Кришне проявилась в сердце. You'll be my associate. Спутником моим станешь. And you'll be known as Haridas. Харидас тебя будут звать. The Nama Acharya. И будешь ты Нама Ачарьей. So that way, what Brahma became Brahma Haridas. Итак, Господь Брахма стал Брахма Харидасом. Пришел перед явлением Господа Чайтаньи. So, like that, when the Lord comes, когда Господь приходит в этот мир, associates come, приходят Его спутники, те, кто близки Ему. Они в самых разных частях мира рождаются. Они приходят из духовного мира, чтобы принять участие в играх Господа. В играх Господа. Потому что игры Господа — это то, в чем стоит принимать участие, потому что они совершенно нереальные. Вы только подумайте, просто подумайте, задумайтесь об этом. Газеты все бы, если бы напечатали. Чтоб на заголовках и в передовых рубриках. Вот breaking news. Новость. Breaking. Просто вынос мозга. Бог пришел. The greatest military super duper power. То есть представьте себе, это как сейчас печатают. Вот надвигается военная сила, сильнее сильного, храбрее храброго. Идут захватом на весь мир, на всю вселенную. Indra. Бесчисленная армия. All planets are his. Могучий, более могучий, чем Индра. Захватывает все миры. Не было еще силы, превосходящей эту армию. Вызов. Princes, human beings. Потому что то, что он сделал, это было вопреки всему. Наперекор всем мирским земным законам. With an army of unarmed monkeys. Как Господь Рама, он пришел и всех победил. Хотя кто с ним был? Просто обезьяны, безоружные обезьяны. That sounds like Ram and Lakshmana.
Rama and Lakshman. And although Ram and Lakshman are the Supreme Person, they came disguised as human beings. Бог, Он всегда Бог. Но когда Он приходит в этот мир, часто мы не узнаем Его, думая, что это просто человек. And they defeat Ravan. Рама и Лакшман пришли словно два обычных воина, но победили великого Равану. Tease by tease, they take apart his family. And these are his brothers, sons. Всю династию победили. Вместе со всеми родственниками, братьями, сыновьями. Last day, Ram said, "Give back Sita. I leave. I don't play anymore." Ram said, "Give back Sita." Потому что они сказали, мы победим, будем сражаться до тех пор, пока нам не отдадут Ситу. Как только Ситу вернут, мы прекратим войну. Но Равана отказался. Раван, instead he goes down and sees Bali Maharaj. Говорят, что он даже пошел, встретился с Бали Махараджем. He says, "I want some help." Просил его помощи на войне. What do you want help with? И тот спросил его, так, а чем ты хочешь, чтобы я тебе помог? I want to defeat Rama. Хочу Раму победить. So the same person I got it. Он Бог. Как ты его победить собираешься? Are you kidding? Ты бредишь. I thought you'd help me. Так, я вообще-то думала, ты мне поможешь. Sit on the boulder. You see that mountain of gold? You can have it. Он сказал, видишь гору золота там? Подойди поближе. Mountain of gold. Oh, why not? Хочешь себе? Пол, ну что, гора золота, неплохо так. Что, возьму? Почему нет? Подошел поближе. Кто бы из вас хотел, чтобы вам вот так вот сказали? Забирай. Чистый преданный, такая душа, что в его глазах все имеет одинаковую ценность. Нет разницы между камнями, песком, золотом. Ravana went and tried to pick up the mountain of gold. Но Равана хорошо разбирался, чем они отличаются между собой материальные элементы, поэтому он подошел к Золотой горе и попытался ее поднять. But he was unable. Не пошло. He came back. Вернулся. Bali told him. И Бали ему сказал тогда. That was the earring of my grandfather. Это сережечка с дедушки моего упала. That was Hiranyakashipu's. Хираньякашипу звали. Слышал историю? And he was defeated by the Supreme Person. Ты знаешь, что с ним Бог сделал? Вот если ты сережку его с места сдвинуть не мог.
fight with us. На секундочку представь, что с тобой сделает этот бог, который с моим дедушкой разделался. And Lord Chaitanya came. Господь Чайтанья пришел. Whenever the Lord comes, Господь приходит. He's the greatest at whatever he does. И что бы он ни делал, за что бы он ни брался, лучше всех делает. Just like Krishna, he is Krishna. Господь Чайтанья – это сам Кришна. Сачи was his divine mother. Шачи была божественной матерью, непростой женщиной. So just as Krishna's childhood, когда Кришна был маленьким, was the greatest. Он все равно был самым великим. He was the greatest child. Самый крутой ребенок, которого свет видывал. So Lord Chaitanya was also the greatest child. И Господь Чайтанья тоже был непростым ребенком. Lord Chaitanya became Nimai Pandit. Потом он стал Nimai Пандитом. He was the greatest scholar. Величайший ученый. He knew all the scriptures by heart. Все знал. Любую книгу Писаний наизусть. He would ask the great pundits a question. Он мог ответить на вопросы даже самые сложные, которые могли только задать величайшие умы его времени. I'd give him the correct answer. И ответы его были всегда в самую точку и безупречные. He would talk in such a way, he would convince them that their answer was wrong. Когда он говорил, никто не мог поддержать беседу. Никто не мог опровергнуть его утверждение. No one could speak against his logic and reasons. Логика его была неоспоримой. And after convincing everyone, и вот представьте себе, вот он пандит, всех убедил, всех победил. He would prove they were right, he was wrong. В дебатах все соглашались, признавали, что они ошибаются. И тут он приводит новые неопровержимые аргументы, которые доказывают, что все-таки они были правы, а он заблуждался. Такие он веские доводы приводил. He would carry books in his hand. Всегда книги в руках. One of Maharshi's names is Vachas. She's eyes sort of sticky. Одно из имен Господа Чайтанью это Вачас Пад, то есть тот, кто лучше всех говорить может. But she was, he was Vachas Pati. Vachas Pati. A husband of the goddess of speech. То есть супруг богини речи. Видья. Видьяпати. Видьяпати. So when he became a devotee. И вот представьте себе, такой великий ученый, и вдруг бросает споры и становится вайшнавом. He was the greatest devotee. Величайшим вайшнавом. Whatever he did, he's the greatest. Потому что все, что он не делает, безупречно. Лучше всех. Without mercy. When he wants to give out mercy. Когда он принимает милость или когда он дает милость. Not only can he be as merciful as he. И когда он дает милость, то он дает больше всех.
Никого такого милосердного больше нету. Prabhupada would say. Шрила Прабхупада так говорил. Нет границ милости Господа Читания. Парама Карана Пахудуй Джана Нитай Гора Чанта. Парама Карана Пахудуй Джана Нитай Гора Чанта. Сабхаватара Сарасирамани Кивалананда. Кивалананда Канда. Ананда Канда. All avatars. Из всех аватар. Is the crown jewel. Величайший. Корона венчающая, драгоценный камень венчающий корону. He gives us a process which is simply blissful. И он дал путь чистой радости. I came last night. Вчера вечером. Заходил сюда. Ниранджана Махарадж тут. Beautiful kirtan. Киртан. Прекрасный киртан был. Marching all the devotees. Столько преданных. Chanting and dancing. Пели, танцевали. When you all, потом, you asked all your vacation. Я вернулся, спросил впечатления у других. I sang, I danced, I feasted. И преданные говорили, чудесный фестиваль, здесь можно петь, танцевать, пировать. I ask questions. Задавать вопросы. To a very learned person. Здесь много ученых, all the answers людей. I receive. И все, на все вопросы есть ответы. There's a nice stories. Хорошие истории. Oh, you had a good time. И здесь можно отлично провести время. That's our process of self-realization. Потому что в этом путь есть путь самоосознания. This is a process Lord Chaitanya gave. То есть Господь Читания дал такой путь. Кевала Ананда Канда. Отлично провести время. Other yogis, the Gyan yogis, the. Вы же за этим сюда приехали. Аштанга йогис. Есть йоги, гьяни йоги, аштанга йоги. After so much austerities. Всякие аскезы совершают. We have to chant and dance. А мы танцуем и поем. We have to feast. И пируем. We have to listen. The wonderful и еще мы должны слушать, очень внимательно слушать. Тогда придет Кевала Ананда Канда. Simply blissful. И человек может просто быть счастлив. Lord Chaitanya, his pastimes are amazing. Игры Господа Чайтанья просто потрясающие. But at first we may not have a taste. Может быть, сразу не проникнешься? Because we're so much in Maya. Потому что такая майя в голове. So we have to cleanse ourselves. Поэтому нужно какое-то время, пока мы очистимся. So Prabhupada said that to reach perfection he needed 20 years. Шрила Прабхупада говорил, что на достижение совершенства нужно 20 лет. It takes probably 20 years. 20 лет, сказал, нужно. How much will it take us? Так, 20 лет, а мы уже сколько всем этим занимаемся. But
That's why mercy of Lord Chaitanya is unlimited. Милость Господа Чайтанья безгранична. Once he had the order of Lord Nityananda, he started giving out mercy like anything. Однажды Господь Чайтанья приказал Нитянанде щедро раздавать милость. А до этого Господь Нитянанда не проповедовал. Ну так, периодически. А потом Господь Чайтанья ему велел. И потом Господь Чайтанья сказал: Нитянанда, Харидас, куда бы вы ни пошли, door-to-door. Проповедуйте. Идите к двери, к двери. Person-to-person. От человека к человеку. Asking everyone, chant Hare Krishna. Чтобы повторяли Харе Кришна. Lead a holy life. И чтобы святую жизнь жили. And then he asked Jagai Madhaya. Даже Джагая Мадхая попросите. So, Lord Chaitanya took sannyas. Господь Чайтанья принял саньяс. He was the most peaceful. Был так умиротворен. Most renounced. Отрешен. Everything he did, he was the most. И все, что бы он ни делал, он, как всегда, был милостив и безупречен. Он был очень милостивый проповедник. Самый отрешенный саньяси. Не знал мир более заносчивого и знающего ученого, когда он был пандитом. Каким игривым ребенком он был. Mother Sachi, she had 8 girls. У матери Шачи было 6 девочек. But each one after childbirth died. Одна за другой, но они погибали. Это не были удачные беременности. Sometimes our ladies have babies that die. Иногда так случается, что ребенок рождается мертвым или умирает сразу же. Или выкидыш случается. Just imagine, Mother Sachi had 8. 8 раз. 8 неудачных беременностей у Шачи. So Jagannath Mishra was very frustrated. Jagannath Mishra был просто в отчаянии. So he decided to do a special yoga. Как так-то? То есть сколько они там специальных яги не проводили, чтобы Господь Вишну был доволен и послал ребенка? Yep, a male child. Он очень хотел сына. So, Lord Chaitanya's elder brother was born. И наконец родился старший брат Господа Чайтаньи. His name was Вишварупа. Его звали Вишваруп. And Вишварупа was partial incarnation of. Считается, что он был частичной инкарнацией Господа Баларама. He was Sankarshan Avatar. То есть он был Санкаршан Аватары. So he had such nice qualities. Он обладал такими достоинствами. He was very serious. Очень серьезным человеком был. He studied the Shastra.
сосредоточенно изучал шастры. Ходил на лекции Адвайты Госвами. Однажды свет не зашел в дом Джаганнатхи Мишры. И этот свет зашел в мысли Джаганнатхи Мишры, спустился в сердце. И из его сердца переместился в сердце Шачимата. Так Шри Кришна Чайтанья Махапрабху пришел к матери Шачи. Отцом матери Шачи был Ниламбар Чакраварти. Выдающийся астролог, ученый, он составил один из первых гороскопов Господа. Он сказал, что ребенок родится с опозданием. На 13-м лунном месяце беременности. Обычно дети рождаются на 10-м месяце лунном. Так что Господа Чайтанью переносили в обычном смысле. И когда мать Шачи носила под своим сердцем Господа Чайтанью, часто ее навещали небожители. Но она не могла распознать их, потому что они приходили в телах не из тех элементов, что наши глаза. Они приходили, чтобы вознести молитву Господу Чайтанье. Они говорили: «Наш дорогой Господь, мы знаем, что в этот раз в этих играх ты будешь легко давать любовь Кришне». Мы преданы с райских планет. Ты будешь в этот раз здесь, но про нас, пожалуйста, тоже не забудь. Нам тоже милость надо. Нам не нужны материальные благословения. Потому что материальное счастье у нас и так с лихвой. Но у нас две проблемы. One problem is that sometimes we are trapped by demons. Иногда на нас нападают демоны. And we have to fight them. И нам приходится сражаться. And so also
Indra kill. Иногда Индру убивают и других небожителей. The other problem is that so much material happiness. Это одна проблема. А вторая проблема, что счастья у нас бывает так много земного, материального, что мы совсем забываем о тебе и служении тебе. So please, поэтому, пожалуйста, we need your love. Сделай так. We want pure love of Krishna. Чтобы у нас чистая любовь к Богу появилась. Lord Chaitanya played a trick on him. И тогда Господь Чайтанья одну хитрость сделал. He made the shadows visible. Он сделал так, чтобы тени посетителей стали видны обычному глазу. And then Satya Mata seen the shadows falling. И тогда мать Шачи начала видеть, что вокруг нее движутся тени. She thought, ghosts of it. Она подумала, Господи, духи. She started chanting the Narasimha Mantra. И она начала повторять защитные мантры Господу Нрисимхе. How is she seeing us that we're supposed to be invisible to humans? Потому что когда пропеваешь вот такие мантры, все духи должны исчезнуть или по крайней мере тени перестать отбрасывать. Lord Krishna Chaitanya must be doing this, making us visible to her. Так полубоги, когда все это происходило, они подумали, зачем же Господь Чайтанья делает так, чтобы его мать нас видела? И говорила нам, брысь. И они улетали. Even the denizens of the higher planets. Так что даже жители высших планет хотели получить милость Господа Чайтаньи. What do you want? А вы чего хотите? Who likes to go to the heavenly planets? Кто хочет на райские Enjoy. Планеты? Там наслаждаться? Who wants to go to Lord Chaitanya? А кто хочет милости Господа Чайтаньи? Есть много игр. В ночь Гора Пурнимы было лунное затмение. Lord Chaitanya appeared in the lunar eclipse. И Господь Чайтанья родился в это затмение. Normally, eclipses are thought to be inauspicious.
Обычно такие дни считаются не очень хорошими, когда затмение лунное или солнечное. Но день, когда явился Господь Чайтанья, culture was such that people said, you shouldn't chant loudly the holy names. Был особенным, потому что культура приказывала в день затмения повторять святые имена. Because you may commit some offense to the holy name. И нужно стараться повторять безоскорбительно, чтобы не оскорблять святое имя. But on the eclipse day, everyone went to the Ganges to bathe. И обычно в то время люди громко не повторяли святое имя, чтобы его не оскорбить. Но в тот день, чтобы спастись от дурного влияния затмения, они шли, чтобы встретить его стоя в водах Ганги. So that time when you're in the Ganges, и вот стоя в Ганге, они могли громко повторять святое имя, считая, что Ганга защитит их от любых оскорблений. Because of the charity of the... И сделает их молитву чистой. И так люди стояли в Ганге. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Rama. 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 I said, listen, the Hindus chanting. А мусульмане слышали, как индусы молятся и смеялись. Харибол, харибол, харибол. Говинда, говинда. Говинда, говинда. Так они насмешничали. Так что такой вот хитростью Господа все в тот день повторяли святое имя. That moment, Lord Chaitanya appeared. И вот настал момент появиться Господу Чайтанье. Advaita Acharya, he started just spontaneously dancing. Казалось, что весь мир сейчас спонтанно танцевать начнет. Also, Haridas Thakur began to dance. Харидас Тхакур начал танцевать. Шривас. Шривас. He was thinking, они думали. Что обычно считается затмение не очень хорошее время. Ну как же оно может быть нехорошим, если все повторяют святые имена? Какой благословенный момент. The whole world felt peaceful, healthy. Все поют, мир счастлив и умиротворен, потому что святое имя звучит повсюду. We should say 1486. What was happening in Ukraine, Russia?
А что происходило в тот год, когда Господь Чайтанья родился здесь, вот в Украине, в Варше? Americas were located by the Christopher Columbus. Кристофор Колумб был в Америке, нашел Индию, да, хотел, хотя искал Америку, открыл Индию. В 1442 год. Господу Чайтанье тогда было 6 лет. Those are new countries. Russia's all. Искали новые страны. Sure, the whole area, Ukraine, Russia. Я понимаю, что Россия и Украина это старые страны, давно известные, а искали земли неизведанные. How? Warriors with us. You know, families are John and this one, Sachimata. Вы только представьте себе, как повезло тем, кому довелось быть соседями, Джиганатхи Мишры и Шачимата. Даже если они ничего не понимали, что происходит, not only they help, but they help Lord Chaitanya. Все равно ведь повезло видеть Господа Чайтанью, что-то делать для него. Нянчить. Можно же его было брать на руки, играться с ним, угощать. Just touching Lord Chaitanya, they feel great spiritual bliss. Потому что даже прикоснуться к нему, даже если ты не знаешь, кто он, это такое духовное счастье. Kind of normally skin over these things. Даже не знаю, что нужно было сделать, чтобы вот такую милость получить. Seeing the Lord, touching the Lord. Видеть его, прикасаться к нему. Lord Chaitanya was a crawler. Господь Чайтанья ползал малышом. Джаганатха was taking rest in the daily room. Джаганатха Мишра отдыхал в алтарной комнате. Мать Шачи сидела на веранде. Нитай заполз к ней на руки. Нимай заполз к ней на руки. The courtyard of the house filled up with devas. И вдруг двор дома наполнился небожителями. То есть кто-то облачен в золотые доспехи. У кого-то больше, чем одна голова. У кого-то больше, чем две руки. And really she wanted to call on her husband. Шачимата захотела сразу мужа позвать. Она открыла рот, но оттуда ни звука не могло вырваться. Она такая... You couldn't move. Она даже двинуться не могла.
I looked like a priest. He came and took the baby on my lap. Сидела и ошеломленная глядела на всю эту толпу небожителей. Один, похожий на священника, подошел к ней и взял ребенка из рук. Send her the courtyard. I thought a gold. И двор наполнился звуком. И это были звуки молитв. И посреди двора поставили золотой стол. And then, I thought Lord Chaitanya on top. Господа Чайтанью поместили на этот золотой стол. And they performed Абхишек. И стали проводить Абхишеку. She wanted to call her husband, but she couldn't move. Мачача хотела позвать на помощь мужа, но не могла сдвинуться с места и проронить ни слова. А вот эти люди делали все, что хотели с ее малышом. Потом Абхишека закончилась. Господь Чайтанья сполз со стола и пополз обратно к маме по веранде. И маленькие стопы только мелькали, и ножные колокольчики нежно звенели на стопах у ребенка. Странно, как может звенеть то, чего нет. Смотрела мама на его стопы, не видела колокольчиков, но слышала звук. Что-то было сверхъестественное. А потом он обернулся, посмотрел на полубогов и жестом дал им понять, что нужно петь и танцевать. Все начали танцевать. Танцевал и ребенок. Золотой ребенок, заставив танцевать и петь небожителей. Это был уже перебор для психики матери Шачи. Голова закружилась, она сказала: боженьки. И потеряла сознание. И вот грохот услышал Джаганнатха Мишра. Он вышел. Бросился к жене: Шачи, Шачи, что с тобой стряслось? Он схватил ее на руки. Пытался привести в чувство. И он стал плакать. Она не приходила в себя. Что не так? Что стряслось? Спрашивал он. И тогда Шачи пришла в себя и спросила: я правду это видела или мне все приснилось? Джаганнатха Мишра оглянулся по сторонам. Двор как двор. Ни одного отпечатка стопы. Ни вода нигде не расплескана после Абхишеки. Lord Chaitanya was crying on the courtyard. Ребенок ползает и играет, как ни в чем не бывало. Наверное, померещилось тебе, Шайча.
talking. Приснилось. Не знаю, что здесь могло быть. They heard the sound of angel bells. И тут снова звук ножных колокольчиков. Чинг, 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 чинг. Русский. Дзинь, 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 дзинь. I looked. Lord Chaitanya was toddling on the piano. Откуда? Звенит ребенок, но на нем браслетов нет. He had no ankle bells. Нет браслетов. With the sound of ankle bells. Так что ж звенит-то? Were coming from his feet. Но звенят со стороны ребенка, откуда-то оттуда. Was this a dream, or did it really happen? И тут они вдвоем задумались, нам померещилось или звенит на самом деле? What do you think? Who thinks it really happened? Как вы думаете, правда звенело или показалось родителям? Чин-чин. Ну-ка, поднимите вот так вот руку, если думаете, что звенело. Time up. Все, время закончилось. Hare Rama, Hare Rama.